Буэнос диэс, братва. Ядерный рассветный заряд вашего экрана — это значит, что мы тут экспериментируем. Как убить пачку бабок-клавок? Как тебе смерть, в смысле? При этом оставшись живым и относительно целым. Оп, привет. О, несется попрыгун. Ой. О. Ой, блядь. Это провал. Не зря сейвнулся. Сука, мне аж страшно стало, не поверите. А, жмураш я уже обчистил в той серии. Или там с правого боку есть забраться. Раз. Побежал. Баба Клава меня нашла. Блять, лезь давай, говно. Так, Баба Клава где-то рядом. Суть по звуку. Музычка-то напряжная стала, сечете? А, вон Баба Клава бродит. Так, ладно. У меня сейчас есть минутка, чтобы поспокойнее, так скажем, заползти на кабину. Хех. Вот теперь я тебя могу дырявить, сколько мне захочется. Пиздюк высокогорный. Так. А, топливо уж кончилось, ёб твою мать. 20-м калибром я его буду дырявить хуй знает сколько. Сюда подошла, Ой, забегали, надо же, ёб твою мать. Ой, мне бы не спрыгнуть отсюда. Ой, Баба Клава бегут. Наверное. Блять. Я еще, понимаешь, не до конца разобрался с механикой прыжков. Потому что если я буду стоять на гусенице, Баба Клава меня достанет. Идеально, конечно, Марик вон там на камне впилится. Так, вон Баба Клава бродит. Блять, как же заползти на кабину? Блять, вот эта вот штанга мешает. Так. Ага. А чё, по тросам разве можно ходить? Не, если можно, то будет очень заебись. Так, Баба Клава меня не видит. Вот в чем проблема. Ну я-то ее охуенно вижу. Тух. Тух. Так, и боюсь, эти камни меня бы не очень спасли. Хотя хуй знает. Ха, получилось на кабину залезть. Лол, блядь. Мазафака, на-на-ра-на-ра-на-ра-нам. Мазафака. Блять, вон там гыча бродит, это я вам гарантирую. Дай-ка ему динамит и ебану. Уи! Они что, на шум не идут, что ли? Сюда подбежала, блин. Куда ты уебываешь? Так.
Дай-ка я его разрывными попробую. Глотает. Армор пирсинг. Не, на такой дистанции это дрочь. Это конский вздрочь. А, сквозь трассы я прохожу. Бля, знаешь, в чем проблема? Может, конечно, попробовать вот тут по камням. Это же не очень удобно. Но обзор, ебанешься. Блять, там невидимая стенка. И это очень хуево. Потому что если сейчас хоть одна баба Клава меня заметит, мне пиздец. Хых. А чё, так можно было? Ну, это серия скорее... Эксперименты. Я очень надеюсь, что баба Клава сюда заползти не сможет. Хе-хе, три раза. А, или тут коллизия такая. С невидимой стенкой и всей хуйней. Блять, что за халтура у обсидиана? Кек. Я, конечно, понимаю, что я то еще мудила. Но обойти карьер сверху. Что? А, хуй я тут плодов возьму. Так. Трабл в том, что с этой стороны я бабу Клаву просто никак не достану. Если только где-то тут нет подхода к бабе Клаве, а он тут вполне может оказаться. Блять, проблема. Здесь нет дырки. Потому что если бы я смог залезть на эти камни, я бы в легкую перестрелял их сверху и не парился. Warning. Баба Клава прямо по курсу. Я вот представляю даже, он просто такой подбегает. Наркоман! Проститутка! Наркоман! Так, вот эти камешки меня интересуют. Не, хуй. Супер-татуй. Вместо мяса клали хуй. Так, ищем дырочку. И лягушка в тот же миг издала издошный крик. Через себя перевернулась, и бобец пред ним возник. И от радости Иван сразу же нассал в карман. Ой, блядь. Псы воют. Очень интересно, если я сейчас все-таки найду какую-то щель. Вот эти серые камни прям сильно смущают. Я сейчас так ощущение, что обойду карьер кругом, но получу вместо этого супер-татуй. Да-да, продолжение вы знаете, я поэтому просто помолчу. Блять.
Бля, братиш, вот тебя я здесь увидеть, ну никак не ожидал. Прошу простить меня великодушно. Блять, я походу в жопе. Или не факт? Я в том плане, что я очень не вовремя встрял. Да блять! Я, по-моему, застрял в текстурах, братва. Усюка. Придется... Прикиньте, вообще не идется. Я, по-моему, в текстур попал. Ладно, мы сейчас сделаем чуть иначе. Угу. Походу мы въебались в жир ногами. Причем конкретно так. Поэтому загружаемся с начала серии. Так, ну, там баба Клава отдыхает, это понятно. Вон еще одна баба Клава ходит. Дай-ка, кстати, подумаю, как можно вот ту одиночную бабу Клаву отструлять. Проблема в том, что баба Клава, по-моему, меня уже засекла. И я ей явно не нравлюсь. Гык три раза. Пиво, 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 пиво. Мелатолом. Хых. Дай-ка попробую. Жиг. Джигу-дрыгу. На. Так, а ну-ка. Блять. Очень интересная баба Клава. Не, так его можно отдрачивать бесконечно. Трабл в том, что если я сейчас по нему начну пулять. Блять, он не понимает, откуда я луплю. Или понимает. Но. Ну так-то у всех приятнее отдрачивать, правильно? Хм. А что если выманивать их сюда по одному и ебашить? Мне надо что-то повеселее хуярить. Well done, ёпта. Так.
Сразу же сохраняемся. На всякий противопожарный. Чисто по приколу. Ну, потому что мочить бабу Клаву это занятие, я вам скажу, не из легких, как вы видите. Особенно учитывая, что баба Клава тебя вырубает с трех плюх. Чё? В смысле, пусто, блядь. Так, ну я хотя бы могу спокойно пройти здесь. Вот он. Ой, блядь, там еще две. Три бабы Клавы. Не, ну тут вообще без вариантов было. Надо было сразу назад уебывать. Баб Клав тут очень много. Так, поэтому вон ту... А, бабу Клаву обыскивать смысла нет. Точно. Они ж пустые. Яйцо есть только у матки. Так, надеюсь, вон из тех кустиков на меня никто недобро смотреть не будет. Стая-то нихуя не маленькая, я вам скажу. Бабы Клавы меня унюхали. Привет. Так, а получится у меня... Нет, отсидеться здесь не выйдет. Отсидеться там не выйдет. Следовательно, надо что-то с этим придумывать, потому что бабы Клавы вон за тем холмом. А что если опять... А что если попробовать настрелять им жопу соли с этой стороны? Дрыц. Тыц. Инсинератор. Дрыц. Тыц. Не, нихуя. Надо ближе, что ли, подходить. Вот, сука. А мне их и стрелять-то, может, скоро нечем будет. Так, давай думать. Вон тот холмик нам недоступен. Потому что бабы Клавы сбегают туда моментально. На экскаватор какого-нибудь поймать, что ли? Блять, в ковиш надо аккуратно забираться. Вон там по камням мы уже пробовали. Ага, если я не могу прыгнуть, значит я уже нахожусь в прыжке. Хм. Что если попробовать пострулять их отсюда? Дрыц. О, проснулись. Тыц. Инсинератор. Дрыц. Тыц. Потрошитель. Чё так можно было? Дрыц нахуй. Я так понимаю, что сюда они хуй заползут. Блять, а что если их тупо закидать динамитом, а? Я не могу сказать, что этого добрища у меня навалом, но тем не менее. Так, а еще... Уи! Пошла жара! Я, кажется, нашел. В принципе, если патронов дохуя... Это очень хороший спот. Проблема в том, что у меня их вот ни грамма, ни дохуя.
Уи! Блять, не долетел. Ладно. А, это просто кусок экскаватора. Я думал, там спина бабы Клавы. Насилие! Ой. У меня пуколка что-то глючит. Вот с этой башенки, в принципе, если... Дайте-ка еще один эксперимент ебанем. Так. Выбраться отсюда я, если что, смогу. Сохраняемся. Ну, тут панель пропал. Бабы Клавы тоже будут не прочь воспользоваться этим подъемником. И достанут они меня вообще не глядя. Я так чую. Ну, кто бы сомневался. А если потиху попробовать? Может быть, в этой башенке что-то получится? Бля, проблема... Не, смотри-ка, бабы Клавы выходят в нужную мне позицию. В общем, вся хохмочка. Но отсюда, где я сейчас нахожусь, хуй они меня достанут. В общем, вся фишка-то. Вот она, фишечка, блядь. Но есть одна проблемка. Все бабы Клавы съебались куда попало. Только не говорите, что я его сейчас закритую до смерти. Блять, как неудобно, а. Они поближе подошли, чтобы я динамитику хуйнул как следует. Понимаешь, я не могу выбрать кого-то конкретного, чтобы устроить им распиздос. Ну вот критами им поднасрать я могу. Причем я понимаю, что они меня видят. Ну, блять, были бы они чутка потупее, если бы они вот здесь столпились, я бы вообще хуй ложил. Так, он там еще Клава бродит. Улыбочку. О, Клава идет. Так, боевая винтовка, патроны кончились. А что если подойти чуть поближе к краю пропасти? Вон они, смотри, возле ковша столпились.
до этих дистанция чуть, да поменьше. Так, я вроде шестерых насчитал. Поправь, если я не прав. Блять, они оттуда за экскаватор съебывают, и их оттуда не достать. В общем, весь трабл. Так, ладно, возьму секундную паузу на подумать, даже запись прерывать не буду. Так, так, так. Ага, вон сидит. Ну, исходя из того, что у меня сейчас есть, только так я ему могу наваливать. Бля, в принципе, можно рискнуть и попытаться сховаться вот здесь в кузове. Поэтому, ну, перед экспериментом, естественно, сохраняемся. Так, они меня видят. Погнали. Ах ты волосатый. Должен быть проход. Ой, блядь, меня засекли. Все, меня пиздец. Так, грузимся. Может, конечно, попробовать еще разок, чисто для этого самого, для проформы. Хм, придумал. А что если мы вот с этого подъемчика возьмем и срыгнем? Спрыгнем, в смысле. Оба. Все, можно начинать отстрел. Да елец мне сильно-то не надо. А, можно забраться все-таки, ага. Поэтому давайте-ка сделаем вот так. Так, надо, чтобы меня засекли. Блять, они разворачиваются. Да какого хуя? Причем, обрати внимание, что чем ближе я подхожу, тем дальше они пытаются съебаться. Какого черта? Большой вопрос. Ну, видимо, так и работает. Ебучий подфайндинг АИ. Именно АИ-мобов. О, да у меня разрывные есть. Нихуя себе, блядь. Так, главное с кабины сейчас не наебнуться, а то эксперимент будет провален заочно. Это что еще такое?
Это будет надолго. О, криты. Значит, на такой дистанции по ним, в принципе, можно и даже, наверное, нужно лупить из всего, что есть. Так, патроны, это, конечно, заебись. Есть у меня что-нибудь еще повеселее? Так, лазерная винтовка отрыгнула. Пистолет с глушителем. О! Не, этой хуевинкой... Хм. Хотел сказать, надо прям вблизи работать. Но даже с такой дистанции в гычу им прилетает. Довольно обидно, что характерно прилетает. А учитывая, что они не бегают в попытке меня завалить... Wait. Ну вон они, смотри, где столпились, уроды. Точно на такой дистанции, конечно, выходит нахуй из чата. Че, еще эксперимент? Давай попробуем забраться вот на этот экскаватор. И посмотрим, как быстро мне придет пиздец. По гусянкам здесь хуй залезешь нормально. Так, а эти бесы меня, по-моему, сейчас засекут. Блять, ну получалось же, ёбаный насрал. Пока я тут прыгаю, меня сейчас отымеют. Все, зашаолились нахуй. А что если... Блять, у меня еще пробил какого-то хрена клинить начал. Так, не, лучше не агрить, ну их нахуй. Блять, еще мне какой-то хер начал пробел западать. Как и скакать-то должен, Так, а вот этот экскаватор повернут, в этом-то вся и проблема. Соответственно, новую приколюху надо изобретать как можно оперативнее. Ну дай чисто на шару. Посмотрим, получится ли у них забраться вот на эти камни и меня отыметь. Но баба Клава где-то рядом. В общем, весь трабл. Сюда шел. А что если реально устрою скачки по куче камней? Так, ладно. В принципе, если что, мы там сохранились. Потому что траблом быть, я обещаю. Так, сюда могут залезть. Не, нихуя. Тут надо смотреть, как они агрятся. Эй, ослы, я здесь. Я вкусный. Сука, нах. Ебучий пробел, блядь. Улыбнуться хотел, не вышло. Насилуй себе, да насилуй. Потому что агра нету. Блядь, не убегай.
хуя? Скажите мне, какого хуя тут вообще происходит? Они съебывают в угол. Единственное, что там где-то баба Клава ходит одна, это я помню. А вот зайди я на мостик, вот на этот, на конвейер. Меня тут же отымеют. Вон, видишь, двое черных? Это, собственно, наши ребятки. Блять, они съебут быстрее, чем я успеваю по ним шмалять. По факту половину БК, именно к лазерному пистолету, я извел впустую. То есть, честно, нахожусь, это, блядь, какая-то выше ножки от земли получается. Потому что сейчас, если меня кто-то засечет вот в конкретной ситуации, мне пиздец. Но можно же сделать вот так. И бабам Клавам становится на тебя похеру. Как это работает? Я не въезжаю. Стоит тебе вот только забраться повыше, и все. Баба Клавы резко от тебя отстают. Причем характерно всей своей хуяльней. Вон, смотри, они наоборот съебывают. Суп из 7 залуп. 6 покрошили, одну так положили. Я понять не могу, что за номер. О, мамка. Пизденыши. А он и остальной бордель ходит. Ебать, туда бы пару гранат положить. Мут... Просто, блядь, клади в толпу, не ошибешься. Я умудрился мамашку еще разок кританнуть. Ну, патроны, все. Учтите еще тот немаловажный факт, что мамашка не ебически быстрая. И в случае чего я отсюда не выберусь. У меня нет других вариантов, кроме как перебить всю эту хуяльню. На. Еще на. Ты че на? Вообще на. Ёбаный в рот. Да что ж мы как обезьян-то воюем, а? Что-то я их далеко загнал, слушайте. Так, надо сохраниться. Вот стоит мне сейчас взойти... куда-нибудь сюда, как я тут же буду изнасилован. Здорово. Интересно, проканает ли вот такой момент? Вот она, мамашка. Как говорится, ебашь не хочу. О! А мы сейчас чем-нибудь поскорострельнее надыбаем. Ну чё, ебаться подано, господа.
Так, а почему я взял пистолет? Кто мне скажет, если у меня есть ПП? Насилие! О, пизденыши покрошим. Заодно и покачаемся. О, привет. Хуя вас тут. Аня, все-таки дотянулись, ты смотри. Ладно, окей. Я запомнил эту хуйню. То есть вот там не очень безопасно. Дай подумать. Откуда же их еще можно безболезненно и безнаказанно насиловать? Вон ту парочку надо стронуть. Так, вот эти вот мостики, которые показались бы подходящим местом. Так, а поскольку я же на этом месте сохранивший. Что, попробуем поболтать еблом? Водоемист фонит. Блять, меня баба Клава засекла, ну ебаный ты рот. Не, я отбежать не успею. Блять, не хватило буквально одного прыжка. Хм, а что если... Мы сейчас попробуем повторить номер с заходом на эту хуевину. Но перед этим загрим пару бабочек, пару бабушек, а? Собьют они меня отсюда, интересно, или не? Эй, вы, я здесь. Привет. На нахуй. Подощуль. О, кажется, пора залезать. Опа, там. Хм, странно. Дай-ка еще раз попробуем. Да подойди ты сюда, долбоебина. А, самец прибежал, а я его проглядел. Бывает. Значит, надо откуда-то с той стороны ловить, походу. Так, надо издать шум. И как раз пока исправляю свою ошибку. Причем достаточно серьезную, замечу. Я так понимаю, на звук им строго похуй. Ну, сейчас мамаша не прибежит. Потому что мамаша бегает охуеть как быстро, мы это помним. А бабушек-клаушек здесь немало. Вон, смотри, ходит. Сюда, подошел. О-о-о. Что-то я переуебывался. Не, ковш тоже не очень надежное место. Но, в принципе, в вышки-ножки от земли поиграть можно. Дай-ка попробую альфача отсюда загреть. Так это альфач или мамка? Марик, он даже обниматься собирался полезть. Пёс. Бесхозный. Блять. Я чё, ему хлебало прострелил? Лол.
Хм. Очень интересно. А еще я, по-моему, кому-то понравился на вкус. Давай тебе наваляю, что ли? Че, все, что ли? Блять! Я так понимаю, баба Клава меня видит, если я не выше их. Вот это немножко неходящий уже. Понимаешь, залупа вся в том, что у меня только 5 патронов для этой винтовки. Блять, вот тот экскаватор заблокирован. Так, это доездилось. Не, стой. Разрывными его сейчас отхуячим, благо он близко. Так, есть кто поближе, чтобы разрывными нахлобучить? Сука. Спешалы. О, Альфач. О, привет, а я тебя знаю. Культ обниматься ты лезешь, пёс. А, я, кажется, понял механику. Пока он стоит на месте и разворачивается, можно ему ебальник начистить. Блять. Динамитику бы кому-нибудь броснуть. Ну, лети туда, похуй. Так, смотри, залип. Так, патронов-то хуй. Не, ну дробью гасить-то очень долго. А вот так сделать?
Очень даже оба. Дай-ка вот так, по баллистической. Силёнок не хватает, ебаный в рот. Смарика влетает. Чё-то. Когда ж ты полежишь, падла? Ну, у меня есть вот такая. Так, этот уснул. Не, ну так у дистанции с ПП стрелять, но я ебал. И ведь понимаете... Трабл в том, что живым я отсюда, скорее всего, не выберусь. О, Клава. Клава меня унюхала, но сделать ничего не может. Вот туда бы на стрелу экскаватора забраться, у меня хотя бы обзор был человечий. Ну и патронов я на этих пиздюков потратил, да ебени фени. Вон там аж пятеро. Блять. Как же не хватает какого-нибудь хреномета. Ладно, похеру. Или не надо. Ой, блядь, я даже не знаю, сколько мы по времени на записи. Потому что говорю я уже с трудом, честно. Да, надо отхлебнуть. Вот реально говорю с трудом. И я в полной жопе, братва. Потому что, ну, ближе я не могу ничего сделать. Ну, меня вынесу с трех ударов. Хули тут сделаешь-то? Там-тарам-та-там. То-то тером, то-то. Блять, он меня видит. Но сделал-то, собственно, не может нихуя. Идут, кажись. О! Блять, почему они съебывают? Подманить поближе и кинуть динамит. О, несется. Наебал. Вон мамка бегает, смотри. А он пизденыши рядом. Ты чё, обрыг? Ты куда побежал, блядь, обрыга? Сука. Опять спрыгивать. Не, всё хуйня, кроме пчелок. Главное, чтобы с той стороны баба Клава не прибежала. Это будет очень больно. А с той стороны баба Клава прибежит, как только я ступлю на землю. Все, уже не прибежит. Блять, получается очень щекотливая ситуация.
Направо мне нельзя. Если только рискнуть туда к экскаваторам прорваться, ну... Мамка меня очень быстро догонит. Давай попробуем, хули. Я ж бесстрашный, ёпта. Я так чувствую, что эти бесы стоногие. Сейчас начнут сбегаться просто все оравой. Напахавать. Давай проверим. Ну, конечно, хуя не ложили. В принципе-то. Значит, в теории можем попытаться прорваться на тот экскаватор. Так что он, смотри, мамаша-то застряла. Шутки про застрявшую где-нибудь жирную мамашу. Ну, блядь, ну это бесценно. Блядь, пока я тут прыгаю, я их заагрю всех. Ой. По-моему, я это уже сделал. В ковше прятаться бессмысленно. Я не Индиана Джонс с холодильника. Блять, коллизия немножко неправильно работает, и все, пиздец. На тот экскаватор, что ли, попробовать ломануться? Типа вдруг прокатит. Потому что он там бродит либо альфач, либо мамка. Это убер хуевая ситуация. Прям липкая, что пиздец. А если вот на этот попробую заползти, а? Хых. Так, надо издать какой-нибудь звук. Чтобы уроды поняли, где я есть. Но я думаю, что не сильно-то это делу поможет. А, о, привет. Альфач. Причем, видишь, он меня видит, но сделать нихуя не может. Хоба. Блять, мне стрёмно. Было, по крайней мере. В принципе. А, ковбойская. Угу. В принципе, с такой позиции. Опа, крит. Надо спешлами набить. Быстро, петушара. Нормально ему так навтыкал. Бля.
Блять, сука, чуть-чуть не успел отойти. Так, сохранение последнее у меня на этом ебучем ковше. Ждать, пока меня сожрут уроды. Так, чё, пойдем дальше щупать стратегии. Так, направо нам нельзя, там клавы. Туда к большому экскаватору, если только подползти, как и изначально только что делали. По возвышенностям, как говорится, по полям, по полям. Опа! Папочка бродит. Тух! Ты бы ничего, но этот ебучий Сникерс. Так, большая рубка. Ага, то есть туда? В теории он заскочить может. Дрыц, кританул. Дрыц, еще раз. Блять, побежал не туда, куда надо. Мне кажется, выцеливаю чуть выше, чем нужно. Хотел сказать, о, наконец-то он идет в нужную мне сторону. Блять, бегая по полю весело, кабанчик, нахуй. Так, ладно, еще чуть-чуть подкопим. Ох, нихуя себе. Так, альфач лег. Вот теперь можно сохраниться. Причем новым сейвом. Так, альфача спать уложили. В том квадрате, я думаю, что нет никто. А потом надо будет как-то аккуратненько потрепать пизденыша. Так, а где же мамка? Альфа-чата я кончил, а мамка, значит, где-то в той земле. Возле второго водоемчика. А, вот и мамка. Тефтели, что с пизды летели.
Надеюсь, этот красный татар меня спасет. Не факт, конечно. Попробуй-то, ясен хуй можно. На ту крышу мы вряд ли залезем. О, с бочки можем попробовать, кстати. Привет! Главное, чтобы матка оттуда сейчас не выползла. Блять, она сделала именно это. Ну, с другой стороны, могу нахлобучить ей разрывными. И то верняк. Хуя у него там, блядь, спиды. Лапёнку я снес, походу. Чё-то уебало, она немножко не в ту сторону, куда мне надо. Ладно, ебись-ка все плохое, приебись хорошее. Ну иди же сюда, иди, 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 иди. Блять, я ее не вижу. Иди ты уже сюда поближе, хули ты там съебалась? А чё я туплю? У меня патронов тут хуя на самом деле. Если я сейчас положу мамашу, стая разбежится. А у мамаши уже половина хп, замечу. Так, надо начепорить патронов поболее. Тух. Сука.
Там мамка так неудобно бродит. Уползай оттуда. Блять. Вот видишь, в чем вся проблема? Мамка оттуда не выходит. О, а теперь выползла. Хе-хе. Главное, чтобы меня сейчас никто из ее свиты сзади не обошел. Вот это будет реальная проблема. Ну не пизданись, блядь, всю катку заруинишь, придурок. Так, надо побольше удышек накопить. Благо, у меня на это время есть. А, вон она как бродит, видишь? Блять, и всегда с ней пизденыша. Пока она регенерирует, блядь. Да нахуй мне это надо. Ну, кончай глючить. Крит. Наконец-то. Так. Ну-с. Да, блять. Да, блядь, потная каточка. Так, пиздюнышем вот мне прям вообще не впились. Контакт. На мат, конечно, на жопу села. Если она у нее, конечно, есть. Откуда же она срет?
Так, ну, просыпайся. Мимо. Точно, у меня же винт есть, наверное. Так, ну. Раз подача. Срубил. Два подача. Еще срубил. А, осталось обычных. Хуёво, что это обычные. Но с другой стороны, их почти 300. Так, ну-ка. Оба мимо. А вот в Торецкий хорошо влетело. Да знаю, что в очень плохом состоянии. Другого-то нету, блядь. Не, лучше в торс. Вероятность выше. Я даже не хочу смотреть на таймер записи, но мучаюсь я тут явно в районе часа. Есть контакт! Ну, по ХП у него нормально влетает так. Так, сейчас самое главное заставить стаю разбежаться. Так, дай-ка посмотрим, кстати, в задание. Заданий-то нету. О, привет, нахуй. Блять, и ради того, чтобы огрести. Так, помощь. Два стимпака. Вдруг прокатит. По крайней мере, я теперь понимаю, что нужно ее зазваться. И надо было поаккуратнее с цистерной. Это он стоял так вальяжно, вольготно, можно сказать. Так. Надо было сразу ВАЦ юзать. Я немножко как мудак себя повел. Ладно, по крайней мере, я теперь знаю технологию бойни с мамашей. Я, наверное, все-таки добью это все одной серии, потому что, ну, блядь, это экшонисто. Так. С земли надо в любом случае уходить. О, бочка моя любимая.
возле которой в прошлый раз и нашел свою смерть. Так, пизденыши меня совершенно не интересуют. Мамка. Ну-ка. До полного, пожалуйста. Пиздец, она почти весь пакет сносит. Забегала, блядь. Так, а что у меня еще есть, кроме этого ствола? О, 10-миллиметровый. 9-миллиметровый. Ковбойская винтовка, ну это понятно. Кал. Просто дробовик караванщика. Ну и все, собственно, у меня больше не из чего стрелять, у меня остаются одни ближки. Вон там баба Клава гуляет. По пустоши бродит Десклав молодой. Ой, блядь. О, побежала, ёбана. Мне надо отходить назад, нахуй, а то сейчас выебут и как звать не спросят. Так что ломанулась она прям очень бодро. Откуда только, сука, скорость? Так, до этого экскаватора мы не допрыгнем. Это, блядь, и к бабке не ходи. Есть, наебнул. Так, вот теперь надо отрыгивать обратно на бочку. Блядь, не показался ли он тут уже мелькнуло? Если да, то это прям нихуя себе. А, вон она. Нахуя намотана. Ну иди сюда, ёб твою мать. Ну да, ну ша волится, по нему тяжело попасть. Не нахуй. А вот тут уже можно. Ебать они на привокзальных бичей похожи, когда десяточку на опохмел просят. Тух. Мимо. Сука, внизу забегала. Опасно, блядь. Хер дотянешься, что называется. О, пришел один, смотри-ка. Так, ну ладно. С тобой иначе разберусь. Бля. А вот это мамке ща не понравится. Так, надо подхильнуться бы. Обратно взять 10 мм. Потому что детеныш как-то подошел, вообще не спрашивая разрешения. Это очень хуево. Так, еще он мне какую-то конченность сломал. Блять, мамка очень далеко ушла. Это и плюс, и минус одновременно.
минус. То, что я ее отсюда хуй достану при всем желании. Ну а плюс, соответственно, в том, что у меня есть время подумать. А что, собственно, дальше-то? Потому что вот эта вот позиция на бочке, она как-то вот такая вот попугайная, сука, жердочка. Улыбочку. Вон там баба Клава ходит. Поэтому спрыгивать мне вот прям вообще пенни вариант. А вот стрельнуть вполне. Сейчас, погоди. Сейчас попытается вон там вот кругом обойти и придет. У меня единственный маломальски подходящий варик — это пустить урода на мясо. Ну это за пределами предела. Хуёво. Может, у этой штуки с точностью заебись все. А, понятно. Даже можно не париться. Единственное более-менее подходящее в этой ситуации оружие. Так, надо набить мага с разрывными. О, бой. И рез. Хотя нет, дайте-ка перед началом еще одного экспериментуса сохранимся. Потому что я в рот ебал. Проебываться, так сказать. Ой. По крайней мере, если я сейчас проебу все, что натворил чуть ранее. Угу, вон там Клава, смотри, уже бежит. А-а-а, ебучий случай! Не, ну в этой ситуации мне почти гарантировано пиздец. Если только я не смогу закрепиться вот в этом месте. Жалко, там дырки никакой нет, и прыгать очень далеко. А вот там где-то ходит Клава. Что мне нихуя не на руку. Он моя, собственно, кровища. Блять, а вот о чем я и говорил, Клауда меня дотянулась. Лучше я пока посижу на бочке. Вон там Клавец бежит, смотри-ка. Интересно, а что будет, если с этой Клавой заклачить на потрошителя? Получится у меня вывести, чисто ради прикола. Не, а тут без вариков. Кто-нибудь считал, сколько раз я сдох за эту серию? Так, блядь. Дело принимает не очень ожидаемый оборот. Вот все бы ничего, но я проглядел там Клаву. Так, по уступам может и получится как-нибудь аккуратненько обойти. Если только вон там не стоит Клава. Ой, обнимашки. Блять, вот тот коготь меня очень сильно гадит. Я, получается, на этой бочке по факту заперт. Очень хуевая ситуация, прям липкая, что пиздец. На свой любимый ковш я тоже не могу вернуться, там как минимум две Клавы бродят, учитывая, что ковш в поле зрения мамаши, мне точно пизда. Попробовать наебать вон ту Клаву, скинув ее в яму. Так, Клава меня пока не видит, зато я ее прекрасно вижу. Как думаешь, прокатит у меня этот номер?
себе где-нибудь на камушках приховаться. Или на вот этом экскаваторе. Так, на экскаватор заползти получилось, окей. Теперь где мамка? Где мамка? Вон тот Клав. Меня прям преследует. Так, вот сюда не достает. Убер хуёво. Попробовать на свой страх и риск к озерцу. Бля, это здесь клавы бегают. Вообще-то. И с этой стороны они меня достанут, как пить дать. Вон мамаша ходит. Знаешь, меня с этой стороны никто не засек. Здесь пока что чисто, если не считать, что вон там, по-моему. Могу ошибаться, но вроде как есть клава. И вот это вот и есть проблема текущего спота. Вон там точно клава. Ее очень хорошо видно. Какая-то клава меня засекла. Ну, тебе привет, ебать. Минус я, возможно. А так, конечно, согласись, хочется раскидывать десклавов просто в хлам. Вон та клава меня засекла. Угу. Попробовать наебать, что ли? Не очень получается, конечно. Или все-таки попробовать наебать? Так, ну хотя бы здесь получается, окей. То есть пока я стою на бочке, у меня, в принципе, все окей. Если не считать пизденышей, которые будут подбегать. Но пизденыш подойдет только в случае... Бам. Если рядом... Бам. Окажется мамка. Бам. Не, Вац до сюда не доплевывает. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Блять. Мне это нихуище не нравится, честно скажу. А что если попробую с домика? Ху. Як. Блять. Не хочет с домика прыгаться. А клава меня здесь может достать. Будь здесь коллизии чуть получше. Может быть, я бы и залез. Блять, ну клава сюда залезет вообще в легкую. Надо возвращаться, наверное, на ту бочку, пока меня не съели. Вот здесь дырка. Надо выманить клаву в эту сторону. А, это был этот, катушка кабеля. Я думал, это главенка клавы. Мамки, в смысле. Вот эта серия, кстати говоря, реально больше похожа на стрим, чем, собственно, на серию.
1:35, охуеть. Не, нарежу-ка я это на как минимум 3 отдельных серии. Хотя не, не буду. Мух. Мухуй. Лятает. Так, главное, чтобы вон оттуда. Клава меня не попыталась достать. А вот мамку надо сюда подманивать, это по-любому. Вот это я называю факапом. Хотя, может, с этой стороны мамку будет проще отструлять. Особенно, если она меня уже засекла. Тогда у меня, в лучшем случае, несколько секунд на то, чтобы покорить трактор. О, а мамка-то рядом. Я могу, в принципе, ватсом попробовать потрепать. Ну, где я? Да интересуют меня пизденыши. Блять, как удачно все, а? Только бы она меня здесь на тракторе не изнасиловала. Ебать, она носится, а? Хотя, может, оно и к лучшему, что она носится как пизданутая. Мне надо заставить ее подойти поближе. Вот прям пиздец, как близко. Чтобы я в случае чего мог СПП натянуть. Ой. Куда ты пойдешь? Положили. Пиздюки еще неудачно встали, надо работать. Ну что, работаем, братва? Раз положил. Два положил. Побегло, блядь. И побежала, блядь, на Ленинградку. Ёбаный в рот, какая удача. Опять две подряд положил, надо же. Так, а винт у меня есть? Вот в этой точке надо ловить. Раз расплющил. Два заплющил. Я не помню, кстати, что это за патроны. А. Тогда лучше обычными хуярить. Блять, Клава убежала. Как не вовремя, а?
идет без пизденышей. Бля, будь у меня такая мамаша, я б не женился никогда. Пошел, плюх. Бля, вторая мимо. Сука, она опять взялась уебывать. Нет, дорогой, там загоняют. Здесь ебут. Вот этот рык меня очень сильно смущает. Оба! Оба! Блять, как! Короче, можно хуярить обычными и не выябываться. Да и мамашку опять же подманить можно. Короче, лучше не переусердствовать с подманиванием мамашки, если только она далеко, шо пиздец. Вот тут, например, надо стрельнуть. Пару раз. По всратой гыче. Она поняла, где я есть. А дальше резво... Резво, блядь, забираться на злоебучий трактор. Крит. Страйк. Ну хуй с тобой, иди обнимемся. Так, когда мамашка близко, с трактора слезать нельзя ни в коем случае. Ну на отвале постоять можно. Хуяк. Чтоб не мучиться с ватсом, снести побольше хп и дело в шляпке. Далеко отошла, блядь. Но срыгивать опасно. Нихуя себе хэппи-хаус, блядь. Блядь, я по детенышу отработал. Случайно, может быть, но чем черти не шутят, пока дрыхнут проверяющие органы. Прилетит. Так.
Не, нахуй. Добежи сюда поближе. А вот вторая пришлась в цель. Есть плюшечка. Уснула. Теперь надо придумать, как из этой зарубы выбраться. Попутно обшарив мамку. Так, сразу же сохраняемся. Это и была моя ошибка в прошлый раз. Так, теперь начинается третья фаза. Перебить мелких уродцев и попытаться отсюда срыгнуть. Потому что мелкие уродцы, конечно, заебись. Мы их, в принципе, перережем. Детеныши не так опасны. Но с большими будут проблемы, если что. Так. Так, ну там еще где-то третий пизденыш. Вон он стоит. Вот он, смотри. Пару кьют еще на меня-то, погляди. Так, отправил его к праотцам. Или кто у них там, блядь, прамамкам. Добро пожаловать на уровень 12. 16 очков. Так. Так, ремонт до 55-го. Перк. Так. А, то есть мне надо каким-то макаром еще так сохраниться, во-первых. Во-вторых, снаряга 244 из 235. Так, лишнее оружие, наверное, скинем. Так, инфо. Мы вылезли, чуваки. Мы это сделали, блядь. Так. О, нюхач.
Hey there. What's name? Yeah. I can't believe you. This is incredibly good. Пустошный омлет. Yeah. I don't know. At least. Давай посмотрим, что у тебя есть на продажу. Чипсы. А у меня что есть на продажу? Я просто не хочу. Просто так это все. $348 крышек. Весит аж десятку. Пиздец какой-то. Ладно, пузырь возьму. Thanks. Надо пойти с теми пиздюками побеседовать. Может, дадут что интересного. You need something? I come from anyone else. I can pay you. You need something? This is Sloan, a camp for us quarry. We make cement for... Wish we got paid in caps, though. It all gets shipped by rail over towards... Nope. The NCR... For example, $100 in NCR money... It's a big machine which moves. Пиздатенько. Прямо охуительно. Итог. Мы все-таки затащили этот ебучий карьер. Я говорил, что серия эксперимент, скорее серия филлер, может быть. Ну, блядь. Давно я такой дичи не творил. А, с открытым пип-боем я сохраниться не могу. Сохраняемся, как всегда. Это было жарко. Спасибо всем, кто смотрел. С вас, как обычно, Лукас, пиписька. И до свидания. Адьос, братва. До следующей серии.